Этот турнир ветераны щелковского футбола ждут целый год. Многие из них не виделись по 20 и более лет. Они играли за Щелковский район в детских и юношеских командах. Повзрослев, защищали цвета подмосковного футбола, играли на первенстве России. На поле физкультурно-оздоровительного комплекса на Дальнем Воронке прошел 4-й турнир памяти щелковских футболистов. Каждый год мы теряем ребят, с которыми вместе выросли, с которыми вместе играли и на первенство Московской области, и в «Спартаке» в Щелковском. Главная особенность турнира – команда, играющая в категории 50+. Регулярные тренировки позволяют футболистам находиться в нужном тонусе. Даже находясь в Турции, недавно как приехал, значит, стал готовиться к этому турниру регулярному. Значит, сегодня вот все ветераны пришли, собрались, день отличный. В общем, всех приятно видеть. Спасибо организаторам, что продолжают эту традицию. Виктора Дзюмина знает вся футбольная общественность района. Тренировал команду Щелковского хлопчатобумажного комбината с 1966 года. Тренерскую деятельность завершил в 2015. Чемпионат мира в России дал многим веру в будущие победы. Народ поверил в наших футболистов, в наш футбол, в нашу страну. И она, этот чемпионат мира, конечно, помог возродиться нашему футболу на более высокий уровень. В начале игры традиционные приветствия ветеранов: Сергея Суслина, в прошлом лучшего игрока казанского «Рубина», Андрея Серебрякова, игрока щелковского «Спартака», Виктора Фоменко, первого тренера команды. За личный вклад в развитие массового спорта ветеранам вручили почетные грамоты главы городского поселения Щелково Рушана Махмутова. После минуты молчания в память ветеранов спорта на поле вышли две сборные – красные и зеленые. Началась игра. Удар, еще удар. Сильные традиции футбола в Щелковском муниципальном районе. И одна из таких традиций – это встреча ветеранов вот на этом футбольном поле. Два тайма по 20 минут при 30-градусной жаре. Сейчас заканчиваются минуты второго тайма. В первом тайме щелковцы сыграли в ничью 2-2. Во втором красные вырвались вперед 5-4. Жара приличная. Так. Настоящий мангал. Играл на равных всю игру. Здесь за мини-футбольный. Ну, конечно. Конечно. Сегодня вот 25 лет щелковскому футболу. В принципе, большому футболу такому, хорошему. На хорошем уровне. Несмотря на все препоны, сами видите. Погода жаркая, но прошло с удовольствием. Все отдали. Все, что было силы, все отдали. Счастливые от команды игры футболисты обнимают друг друга. Почетный переходящий кубок и памятные статуэтки с изображением забивающего гол футболиста вручили ветеранам команды победителей. Те не скрывали радостные чувства. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».